кстати, вот я ранее вам говорила, как россияне быстро отреагировали на крушение вертолета президента Ирана и сразу выслали помощь. Только странно, что так оперативно бункерный не спасает свой народ. Вот Якутия тонет от паводка. От наводнения пострадало уже 9 сел, под водой сотни домов. Интересно, что режим чрезвычайной ситуации глава Якутии ввел только 20 мая, хотя паводки начались уже больше недели назад. Но ничего удивительного. Российской власти плевать на свой народ. Хотя, подождите, обманываю. Пострадавшим от паводка все же выдали гуманитарную помощь. Чем же с людьми поделилась власть самого крупного и далеко не бедного региона России? В набор входило, внимание, буханка хлеба, пакет печенья, банка тушенки и рулон туалетной бумаги. Как по мне, то прям очень щедро.